Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons, соедини драконов. И сейчас нахожусь на карте мира, и передо мной новый уровень, который называется задание 55. Этот уровень на время. На выполнение дается 18 минут 45 секунд, и в качестве победы первый обещает малыша дракона поганки с драконьей силой 1. 4 кубка нужно, чтобы этот уровень проходить. Поехали! 18 минут. Итак, создать нужно могилку вот такую. 18 минут нам дается. Раз, два, три. Поскакали. Что я вижу тут? Подождите. О, тут еще таинственное облако закрыто. Закрыто простым росточком. Тут надо открыть и цветком. Так, во-первых, вызовем дракончика из нашего лагеря, соединив порталы. Дальше цветочки. Спасибо. И давай начнем зарабатывать. Не сидим без дела. Так, что тут еще у меня есть? Один росточек, один этот, один цветочек. Хорошо. Одна косточка, да? Вот, косточку я могу сюда вот соединить и получить еще немножко росточков. Сейчас мы первую сферку запущу, посмотрю, сколько у нас и чего откроется. И тогда будем соединять дальше. Вот этот могу вытащить. Вот он. Раз. Есть. Так, такая травушка. Раз, два, три. Вот так. Вот я сделала такую вот сферку побольше. И давайте попробуем запустить. Вот, уже дальше прошли. Что у нас дальше? Росточек. Простые вот сердечечки. Еще сердечечки. Так, и дракончик, работаем, пока я тут занята. Пока тут занята, вернее, хотела сказать, извините. Так, соединяем цветы. Вот такая травушка. Короче, мы проходим, стараемся проходить дальше. О, я уже дошла до сюда. Давайте-ка соединим. Откроем еще один портальчик. И вот у нас... Нам же могилы надо соединять, а могилок мы еще не... Я вижу портал, давайте сразу соединим. У нас появился еще один друг. Так, еще один дружочек. И вот лужа. Лужи, это нам нужно вызвать вот облака. Так, цветочек. Раз, два. Так, стоп. Вот так. Вот сюда. Ребята, не спим. Лужица. У нас не так много времени. Мы хотим понять, за сколько мы можем это все пройти. Так, еще цветок мне нужен. Вот росточек. Так, спасибо, лужи. Да, лужи мы хотим. Вот одна лужа, вижу. Вот еще одна. Есть цветочек. Вот такая вот лужица. Еще хочу. Так, дальше там закрыто тоже какой-то лужицы, но не вот этой. Наверное, посерьезнее. Так, раз. Так, тут еще у меня лужа. Вот тут раз, два. 3, 4. Так. Вот. Еще мне нужно. Так, ребята, зарабатываем. Есть. Вот. Луж я тут набрала кучечку. Вот так. Так, вот. И теперь мне нужно еще соединить их, да? Сюда вот пробраться надо. Сейчас откроем. Все, что тут можем, и соединяем. Вот такая лужица нам нужна была. И вот тут открылось теперь. Вот сюда открывается все, смотрите. Дальше цветок призменный. Ой, сколько многозадачность какая. Поехали дальше. Мы еще могилок даже не набрали, да? Так, ребятки, соединяем, продолжаем соединять мне, пожалуйста. И вот нужно росточек. И встречаю первую травушку.
травушку. Давайте я попробую открыть ее. Вот. Нет, не туда открылась. Так. Стоп. Вот это я хотела присоединить. У меня еще есть росточек. Вот есть росточек. Так, дальше мне нужен гриб. Гриб это мне нужно, чтобы проросли лужи. Мне нужны грибы. Есть. А вот есть у меня гриб. Один. Отлично такой. Тогда мне нужны просто сферки. Так, ребятки, сферки дайте-ка. Вот. Соединяем грибы, Вот. Отлично. Дальше опять нужен росточек. Есть. Вот первая травушка. Еще сферка нужна. Пожалуйста. Есть одна, вторая. Есть такая третья у меня уже? Нет, пока. Так, ребята, давайте собираем. Они съели мне. Так, съели. Хорошо. Хочу сферку побольше сделать, запустить. Для этого мне, наверное, надо сделать вот одну такую, вот еще один такой цветок, чтобы побыстрее дела шли. Я вам скажу. Давайте вырастим это. Сейчас запустим. Есть. Вот такая вот сферочка. И я хочу ее запустить, чтобы у меня тут понаоткрывалось. Дальше пробираемся. Ой, как хорошо пооткрывалось. Смотрите-ка, как проскочила я. Так, теперь берем тогда вот росточки. Один сюда, второй сюда. Есть. И добрались вот сюда до призменного цветка. Вопрос, из чего сделать? Куда-то полетело не туда. Из чего нам сделать призменные цветы? Давайте подумаем. Трава у нас есть. Грибы. Призменные цветы. Ау-ау-ау. Так, грибы. Ростки. Все понаоткрывалось. Здрасте. Откуда? Так. Могилок нету. Призменные цветы. Это не призменные цветы. Это трава такая. Вот я все время их путаю. Так, ребятки, это у меня вот травушка такая. Смотрите. Это трава. Это не призменные цветы. Вот. И вот пошли наши. Вот наши зомблины, с которыми нам нужно будет сражаться. Еще один портал. Так, у меня тут порталов больше не было. Вот один портал, второй портал. Во-во-во-во-во-во-во-во. И вот тут сейчас будет куча зомблинов. Стоп. Да, вот эти камни можете пока. Так, я вижу вот такого. Могу выпустить одного. Вот отсюда могу одного выпустить. Давайте потихонечку будем разбирать, что у нас тут. Вот камни. Есть. Дальше открываем. Вот я не могу еще найти один. Вот еще нашла один портал. Будет у меня еще один дракончик. Отлично. Так, вот таких. Вот мне нужно выпустить еще одного зомблина. Будем могилки собирать. Мне же могилу надо собрать. Так. Такой. Вот здесь. Сейчас посмотрю. Вот раз, два, три, четыре. А, вот. Один. Один, еще один. Так, вот, достала этих зомблинов. Вот, из этой пещеры. Пещера, когда открывается, надо из нее тоже зомблина достать. Это обязательно. Иначе мы потом его уже не выкурим оттуда. Так, раз, два, три, четыре. Так. Есть. Вот еще один сундук. Не знаю пока для чего мне нужен сундук. Так. Вот зомблины. Раз, два, три. Вот так. Этого тоже выпустим сейчас. О, смотрите, могу соединить. Вот тут что-то могу еще получить. Так.
Вот этот зомблин становится доступным. Есть. Есть. Вот такой. О, смотрите, как я на него цель навела. Есть. Отлично. Вот еще у меня тут зомблины. Раз, два, три. Так, вот таких уже так. О, все. Можно было меньше убивать зомблинов. Смотрите, я уже соединила, сразу получила нужный предмет. Так, ну посмотрим. За 10 минут я смогла пройти этот уровень. Можно собрать все. Но он такой длинненький, я бы вам сказала. Смотрите, какой. Главное не потеряться и понять, что там за предмет. Какое таинственное облако закрывается каким предметом. Итак, вместо 18 минут я смогла за 9 минут 42 секунды пройти этот уровень. И получаю в награду малыша-дракона по Ганочке. Все, готово. Очередное задание на время пройдено. Дальше будет стража зодиака за 3 кубка. Их возьмем в следующий раз. А пока всем спасибо за просмотр. До следующих встреч. Всем пока-пока. До свидания.